«Стойте к свободе, которую дал нам Христос». Эти слова апостола Павла в своей проповеди напомнил выпускникам православной гимназии глава Воронежской митрополии владыка Сергий. Призывая молодых людей к свободе, основанной на любви и на добре, архипастырь также напомнил, что свобода – это не вседозволенность и безнаказанность. Учитель наш, за радость сегодня вас от души благодарим. Радость вхождения в самостоятельную жизнь перемешивается с горечью расставания. Вчерашние ученики оставили парты и школьную форму, надели праздничные наряды и уже по-взрослому стараются смотреть на свою будущую жизнь. Совсем скоро им выдадут заветные дипломы, и сама жизнь расставит все по своим местам. Но, как сказал глава Воронежской епархии, главное помнить о тех нравственных ориентирах, которые появились у ребят за время учебы в православной гимназии. Я желаю быть вам мудрыми по жизни. Ну и, конечно, здоровья, всем счастья. Потому что счастье тоже никто вам не возьмет и не положит его перед вами на тарелочку. Вы должны потрудиться. Вы должны быть замечательными, прекрасными людьми, с которыми будет общаться не только внешне приятно, но из-за того внутреннего богатства, которое каждый из нас обладает, и это мы должны приумножать. Также в этот день, кроме аттестатов, каждый выпускник получил на память духовную литературу. А торжественная церемония вручения аттестатов завершилась прощальным концертом.